Я покажу вам сейчас очень простой способ массажа слезной железы у ребенка, а также массаж для того, чтобы вот освободить ребенка от лишних сопелек. Потому что у нас, когда сопельки у детей вырабатываются, то мы знаем, что соединяется носоглотка у нас с глазками и с ушками, и вот это вот идет блокировка слизью именно в этих местах. Поэтому появляется и такое своего рода загноение, на самом деле это не загноение, а просто выделение слизи. А также иногда у деток бывает давление в ушках, да, им неприятно, они могут плакать из-за этого. Слезная железа у нас находится здесь. Ну, на кукле ее очень плохо видно, у ребенка можете почувствовать такой бугорочек. Очень нежно, чистым пальчиком, мизинцем массируем по часовой стрелке. Нажимаем, но не сильно. Вот как бы вы себе на глазное яблоко, я всегда говорю, давили бы без ощущения болезненности. Вот таким образом. Раз, пять. Ну, сколько вам ребенок позволит. Далее. Мы накладываем пальцы вот сюда, где у нас... находится челюстной сустав, ну, чуть выше такая выемочка, да, вот здесь. И сзади, вот здесь вот у нас такая вот, такой бугорок, косточка. И здесь мы тоже слегка надавливая, вот раз пять по часовой стрелочке проводим. Все. Это можно делать несколько раз в день. И очень хорошо освобождает ребенка, как раз вот пробивает ему вот эти все проходы. Делайте осторожно, если ребенок беспокоится, то прекращайте. Если ребенок вам позволяет это сделать чуть подольше, сделайте чуть подольше. Хорошо это делать с обеих сторон. Ну, слезные железы не обязательно трогать, если второй глаз в порядке, но для ушек можно сделать с обеих сторон.